Здравствуйте, обзор на... Сейчас скажем, на что. Realme 10 Pro Plus, 12 оперативной памяти, 256 собственной памяти. Телефон в идеальном состоянии. На стекле, соответственно, на экране у нас защитная пленка установлена. Корпус без единой царапины и потертости. Телефоном видно, что пользовались недолго. В комплектации у нас получается телефон, чехол, коробки, зарядки нет. Так, телефон сброшен до заводских настроек. Пожалуйста, фронтальная камера также работает. Раз, два, три. Проверка микрофона на Realme. Кнопки громкости у нас также работают. Кнопка включения-выключения работает исправно. Раз, два. Как видите, две сим-карты поставил. Сим-карта ловит. К Wi-Fi подключен. Давайте проверим, как телефон заряжается. Заряд пошел. Так. Девушка, мне нужна веселая картошечка. Как видите, звук работает. Интернет грузит. Сейчас мы с вами проверим верхний динамик. Вы позвонили в службу 112 Санкт-Петербург. Верхний динамик также работает. Еще раз покажу вам внешнее состояние. Состояние идеал.